Зеркало далеко. Так. Ну что ж, ждать все равно не будем. Начнем, вернее, продолжим. Что мы продолжим? На прошлой лекции мы начали уже обсуждать дисперсионное правило сумм для рождения центицент состояний в плюс-минус аннигиляции. И записываются эти правила, записывали мы их следующим образом. Интеграл. Вот интеграл. От 4 z в квадрате. До бесконечности. Z z. Rc, это имеется в виду, что R, как вы помните, это отношение сечения и плюс и минус аннигиляции в адроны к сечению и плюс и минус аннигиляции и плюс и минус фазам, взятых в Борнов, сечение взятых в Борновском приближении. Так вот, значит, Rc это та часть, то, что относится к части адронного сечения, связанную с рождением c квадрата. То есть Rc теоретически. Вот S. Деленное на S степени n плюс 1. Равно интеграла. Ну, от какого-то S порогового. S порогового. Экспериментальный порог. До бесконечности. Rc. Ds. Rc. Экспериментальный. Вот S. Деленное на S в степени R плюс 1. Откуда берется это соотношение? Оно соотношение берется, если мы рассматриваем полюляционный оператор для, здесь этот полюляционный оператор взятый в Борновском приближении, здесь на самом деле мы должны все здесь лямбду поставить, то есть во всех порядках, в принципе, по константе связи, там, в общем, весь полюляционный оператор, вычисленный теоретически, мнимая часть его связана с рождением кварков, которые как-то потом переходят в адроны. То есть мнимая часть она связана как раз с величиной R. И вот мы сравниваем теоретическое, пишем теоретическое выражение при U квадрат. Вот этот U передачи импульс, который несет виртуальный фотон. Мы пишем полюляционный оператор теоретически при около вблизи Q разлагает, пишем при соотношении вообще-то для произвольных Q квадрат, но потом разлагаем его в точке Q квадрат равное нулю и коэффициенты разложения приравниваем. Вот теоретическое выражение, экспериментальное выражение. Так, отсюда возникает это, значит, правило сумм. Как же вычислять? Ну, что касается вот экспериментального выражения, то здесь интеграл быстро сходится и достаточно, на самом деле, ну, уже он даже сходится при n равном единице достаточно хорошо. А с ростом n вообще блестяще сходится. И достаточно с ростом, даже при n равном там, 3-4, оказывается, достаточно здесь в экспериментальном выражении для r ограничится вообще. Основной вклад дает резонансная область рождения GPC. Рождение GPC.
Вот. Можно спросить, почему GPC не того железа, но больше? Какой лес? Ну, подожди. Ну, мы же должны от NP интегрировать. Это я экспериментально написал. Не, ну почему GPC, а не фигизон? Ну какой фигизон? C-кварки же, все кварки рождаются, C-кварки должны рождаться. Это именно написано для кварка C-кварков в F. Я на это обращал внимание. Для легких кварков мы не можем такого типа соотношения писать, потому что для легких кварков порог находится вблизи точки q квадрат равной, ну, порог еще находится в точке, в той точке, где теория возмущения не применима. Поэтому не имеет смысла такого типа писать. Для легких кварков писать соотношение надо при больших по модулю отрицательных q-квадрат для легких кварков, да? Где мы можем работать, ну, теоретически вычислить вот эту вот, вот правую часть, вернее, левую часть вычислить теоретически. Мы еще об этом поговорим. А мы пока говорим о тяжелых кварках. О тяжелых кварках. Там, где мы можем по теории возмущения вот эту вот левую часть вычислять. Но для этого нужно, чтобы... Естественно, чтобы порог вот этот вот, он был велик. Там уже должна быть применима теория возмущения. Альфа s от 4 mc в квадрате должна быть много меньше единиц. Мало по сравнению с единицей. Вот, значит, ну и что же? Если начинаем, что же мы... Конечно, не составляет труда вычислить... Первый член, не нулевой член, вот в левой части. В левой части. Потому что, ну, мы знаем же, чему равно R, значит, RC теоретически. Что это такое? Это, значит, еще раз повторяю, что это отношение сечения рождения в... квадрон, содержащий c-кварк, и к сечению плюс на минус. То есть это фактически, ну, это есть тройка за счет цветов, заряд кварка в квадрате, ну и вообще-то говоря, поскольку сечение, вот я говорил, сечение плюс и минус, не плюс и минус, которая фигурирует в этом отношении, оно берется все-таки в асимптотике при больших s. То есть это берется, как вы помните, это просто 4 третьих π альфа квадрат делить на s. Да? А если, ну, если в этом интеграле вклад дает не асимптотическую область, то есть то, та область, когда мы не должны, не можем пренебрегать m квадрат, mc квадрат по сравнению с s, поэтому здесь мы должны вот эти члены сохранить. Ну, если вы посмотрите на точное выражение для сечения e плюс минус, e плюс минус, то вы увидите, что там есть такого типа фактора. Единица плюс 2 mc квадрате делить на s, эти факторы мы уже писали. И корень квадратной единицы минус 4 mc в квадрате делить на s. Это корень пороговый, который мы многократно обсуждали. Вот этот фактор, ну, он, так сказать, менее... менее популярный. Но вот мы его тоже уже когда-то обсуждали. Вот есть такой фактор, который точными вычислениями, естественно, получается. Несложными вычислениями. Да. Ну, даже в каком-то смысле реальными вычислениями мы берем токовый тензор для рождения фермионной пары и сворачиваем его с Жеминю. Все. Отсюда этот фактор мы можем получить. Ладно, не буду на этом останавливаться.
не в этом суть. Вот берем это выражение сюда и подставляем, и получаем в левой части. В левой части мы получаем величину, которую так мы обозначим, вот 3 QC в квадрате, QC в квадрате. Это, естественно, тройка наших цветов, это заряд C кварта. И это 4 C в квадрате в степени N. Это просто я обезразмерил, поскольку вот размерность, это есть S в степени минус N. Я обезразмерил, здесь получится величина AN какая-то, безразмерная величина, которая зависит только от N. И вот эта величина AN, она здесь, вот я написал, правда, вот это вот выражение для R, да? И вроде бы, ну, понятно, что это только первый исчезающий вклад, Борновское приближение для R. Но вообще-то мы должны знать Борновское приближение для R. Поэтому здесь AN будет равно той величине, которую мы подставим вот сюда, получим, подставив вместо R в левую часть вот это выражение. И это вот будет 2 в степени N, я же не набрал, N плюс 1, а здесь N минус 1, факториал, деленное на 2N плюс 3, 2 факториала. 2 факториала, знаете, что это такое, это произведение только по нечетным N, да? По нечетным значениям вот этого параметра. И плюс какая-то величина, которая, ну, вообще говоря, должна быть порядка альфа-S от 4 в квадрате. Ну, можем считать эту величину. Поправки, в принципе, конечно, они считаются. И даже, в общем-то, и это в ваших силах посчитать, поскольку величина это известна и в следующем порядке. Она известна по существу еще из квантовой электродинамики. И вы можете посчитать сами даже эти поправки. Ну, ладно, мы не будем на них останавливаться. Вот так. Ну, вот оценка такая. Поскольку, еще раз повторяю, что когда мы считаем, почему я написал? Главное, что здесь что? Вот я написал порядок величин, я написал альфа-S, но альфа-S взял в какой-то точке. Константа там у нас бегущая, и, конечно, важно, в какой точке. Бегучесть константа, она кардинально важна в квантовой хромодинамике, в отличие от квантовой электродинамики. Вот. Я написал в точке 4mc в квадрате. Почему я написал? Ну, потому что, как мы уже обсуждали, что когда вот будем вычислять вот этот вот интеграл, ну, Борновского приближения, у нас будем вычислять матричный элемент, соответствующий этой диаграмме. Нам надо интегрировать вот по импульсам, виртуальным импульсам. Импульсам виртуальных кварков, антикварков. Но если у нас u равно нулю, то интеграл, он садится как раз на такие характерные виртуальные импульсы. Ну, мы можем, вообще-то говоря, даже взять, как обычно поступает с этими интегралами. Мы можем, поскольку u квадрат у нас находится в пространстве на подобной области, мы можем интеграл развернуть по нулевой компоненте, интеграл развернуть по мнимой оси, перейти к евклидовским, то есть к евклидовским импульсам четырехмерным. И тогда вот понятно, что модуль этого импульса, характерный модуль, будет как раз порядка 2 МЦ. Вот поэтому здесь появляется такое выражение для поправки. Поправка вот такого порядка.
Я повторяю, что ее можно посчитать и убедиться, что, конечно, она будет. Ну, а такого альфа от 4mc в квадрате, если бы я написал другой альфа, то я бы альфа от другого параметра, да, от мю, то получил бы еще логарифмы 4mc квадрат к мю в квадрате. Вот так. А чтобы вот таких логарифмов лишних не было, вот такое выражение для поправки. Как я беру, вернее, таким образом я выбираю масштаб для альфа-с. Здесь стоит альфа-с на таком масштабе. Ну вот, да, кстати, а не наврал ли я, в этом самом ответе? Да, наврал ли я в этом самом ответе? Да, и вот вроде бы не наврал. Хорошо. Ну вот, теперь. А, ну эту, мы видим, что у нас интеграл, теоретическая часть, ну, зависит только от МЦ. Все, больше ничего. То есть параметр. Здесь просто числа какие-то, единственный параметр это МЦ. Теперь, ну вот если возьмем, скажем, посмотрим, как же хорошо работает, ну как это вот наше правило сум, как оно работает. Посмотрим, для этого просто n равно единице, я уже говорил, при n равном единице даже мы можем, здесь интеграл-то хорошо сходится, и то есть мы можем ограничиться, r экспериментально, естественно, оно известно только в какой-то области, но ну, это уже во всяком случае оно известно в области там до корень из s, там, я не знаю, хорошо известно до корень из s там 10f и в отличие от корень из s равно 3f, где находится, начинается вклад экспериментальный, где лежит масса GFC. И интеграл, значит, он хорошо сходится. Понятно, что оценка той области, как оценка отброшенной области, если отбрасывается область какая-то, оценка области от S0 до бесконечности, относительный флайт этой области, он порядка там 4mc в квадрате, делить на s0, да? Поэтому уже меньше 10%, даже тогда, когда делить на s0, этот параметр в степени p, даже для n равно единице, он уже там, я не знаю, даже в случае, когда n у нас равно единице, интеграл известен только до 10f, корень из s 10f, то итог, этот вклад уже он меньше 10%. Поэтому, значит, можно уже пользоваться спокойно этим. Даже при вот этим соотношением, даже при n равно единице. И из него мы получаем, тогда мы можем из него получить, уже при n равно единице, получить значение mc. Что же мы получим для mc? Мы получим для mmc, мы получим 1,3 g. Ну, такое mc, n равно единице, исправив сумму для n равно единице, получаем mc примерно равно 1,3 г. Что не так плохо, значит, правило видим, что правило сум работает. А теперь пойдем дальше, в большее значение АН, и уже просто из анализа экспериментального вклада видно, что при n равном 3, начиная с n равной 3, основной вклад здесь дает только GPC.
вот здесь, в этой правой части, основной вклад дает только область шлипсиных. В этой области мы можем написать, как мы можем написать R в этой области, экспериментальное значение R. Конечно, оно выражается через ширину шлипси и массу шлипси. Как оно выражается? Ну, как же бы это, давайте вспомним, как оно выражается. Давайте напишем сигма, резонансная область. Это есть, как вы помните, 12 пи, да? Гамма ЕЕ, ширина распада на ЕЕ, на полную ширину, да, резонанса. Делить на МР в квадрате, МР в квадрате, а здесь что стоит? Здесь стоит S минус МР в квадрате. Правильно ли я это коэффициент здесь? Ну, откуда эта формула? Это Бриттингеновская формула, да? И коэффициент здесь тоже можно написать. Правда, как его лучше писать? Честно говоря, поглядим. Все-таки давайте из этой формулы исходить, но тогда когда ширина резонанса стремится к нулю, там же нужно МР усилить. У нас же должна быть единица на уровне массы. Вот здесь МР в квадрате. Да, это правильно. На самом деле я хотел ее писать через энергию. Бриттингеновский фактор, но написал через квадрат энергии, поэтому здесь этой МР в квадрате нет. Ну и это будет, чему же это будет равно? Я напишу просто, чтобы интеграл брать проще, выражу его через дельта функцию, вот эту вот, Бриттингеновский множитель я напишу в виде дельта функции. И это будет 12. Ага. Ладно, коэффициент. Потом восстановим гамма ЕЕ. Это ширина распада на ЕЕ. А здесь стоит дельта функция от S минус МР в квадрате. Ну и как я коэффициент восстановлю? Я проинтегрирую по S. Тогда здесь напишу А, если я получу после интегрирования, я получу А равно 12 пи, а здесь гамма-резонанс, полная ширина резонанса. Я написал здесь гамма-тотал, а здесь просто гамма-эр. Значит, конечно, нужно одну и ту же букву писать после интеграла. После интегрирования, значит, если я получу после интегрирования, что я получу? Единица на МР гамма R, да? МР гамма R, и гамма R сократится, а здесь получится 12 пи умножить на пи и делить на МР гамма R. Правильно? Потому что после интегрирования вот это выражение гамма R сократится. После интегрирования, я повторяю, я получу пи делить на МР гамма R. После интегрирования вот этого знаменателя. Правильно? Потому что интеграл даст единица МР гамма R арктангенс, и арктангенс на пределах даст мне пи. Вот у меня здесь получилось, гамма R сократилась, все,
Вот так, так и напишем. Значит, вот такое выражение для сигма, выражение для R. Выражение для R экспериментальное. Уже не для R экспериментальное, а выражение для интеграла от R экспериментальное. Да? Значит, мы сравним вот эту. Так, это я пока сотру. Здесь у меня написана левая часть, а справа я должен подставить вот это выражение, то есть 12π в квадрате, гамма ее делить на mr, на массу резонанса, это масса gc, да? На массу GC. Да. И все. Это я взял, написал вот эту часть с гамма ее. Значит, еще стоит MR в степени N плюс 1. Вот так. Да? Правильно. Правильно. Но. МР в квадрате, правильно говорить. Но это еще не все, потому что это у меня сечение. А мне надо было интегрировать не сечение, а величину R. А величину R, которая есть сечение, деленное на бордовское сечение. А бордовское сечение это есть 4 трети. Бордовское сечение плюс минус плюс 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 минус. 4 трети и альфа в квадрате и делить на s. Вот одна степень сократилась. Вот что у нас получилось, да? И что же получилось у нас? В конце концов 9π, да? 9π гамма ее деленное на альфа в квадрате и mr в степени 2π плюс 1. Масса GC в степени 2π плюс 1. Вот такое мы получили соотношение. Да, опять же, для того, чтобы вас не ввести в заблуждение, должен я у вас 9 мэр. Ну, это, наверное. Это у меня там не написано. Да, думаю, что правильно. Вот такое вот соотношение мы получили. Ну и что же? Давайте посмотрим что мы можем, например, из этих соотношений получить, из этих соотношений. Можно взять соотношение третье и четвертое, да? И разделить их. Соотношение третье и четвертое. Избавиться от вот этого множителя, да? То есть взять 4mc в квадрате, потому что этот множитель, в общем-то, мы не знаем, он у нас плохо определен. Ну и для того, чтобы избавиться от него, нужно взять, значит, одно соотношение в третьей степени, второе в четвертой, разделить их друг на друга, и мы получим тогда, ну так, после некой арифметики, мы получим просто мы получим вот такое соотношение. Гамма GC, гамма
ДЕ. Вот то, что я раньше обозначал просто гамма ДЕ. Это величина равна альфа в квадрате, функция в квадрате, деленная на 3D. И А3 в степени четвертой, деленная на А4 в кубе, на массу детонанса, масса джексита. Массы джексита. Вот что мы получим. Да? Вот такое соотношение мы получим. Я уже говорил, что для того, чтобы избавиться вот от массы С кварка, мы должны третье соотношение в четвертой степени вывести, четвертое, и распределить их друг на друга. И вот получим это, значит, путем несложных арифметических выкладок. Получим вот такое соотношение. Если теперь подставим, значит, значит, что мы выразили? Заряд нам известен. Это числа просто, масса. Значит, мы выразили эту ширину через массу. И мы получим соотношение, которое мы получим в результате 5F. 5F. Ну, в общем, замечательное соотношение. Мы видим, что формула прекрасно работает. В каком-то смысле мы вычислили вот ширину GFC. Это ширина, значит, она экспериментально наблюдает. На самом деле я их не брал, поскольку, как вы понимаете, разрешение. Эта ширина как раз и измеряется на эксперименте по существу, поскольку вот эта ширина, полная ширина, она много меньше, чем разрешение, чем разброс по энергиям пучков, поэтому предвидерского пика такого, конечно, не видно, а видим его интеграл, а интеграл, конечно, в интеграле гамма сокращается, остается вот это вот гамма линия. Мы это уже когда-то обсуждали. Ну вот, прекрасно работает, значит, эта формула. Но если пойдем дальше, то оказывается более высокие веры. Пойдем. Оказывается, натолкнемся на трудности. Ну, в принципе, эти трудности, какие-то трудности предвидимы, а именно, понятно, что когда, чем больше n, да, чем больше n, понимаете, как вы получили это соотношение? Я уже говорил, написали вот это правило суммы, дисперсионное правило сумм при произвольных q квадрат, а потом стали разлагать при q квадрат равным нулю. Да? Ну, чем выше члены, понятно, что чем у нас вот есть эта функция, это полиционный оператор, он имеет разрез здесь, мы вот в этой точке находимся и разлагаем при q квадрат равным, вот при это вот область q квадрат. Вернее, не область, а плоскость q квадрат. Так вот, это 4mc квадрат, мы находимся здесь, разлагаем по q квадрат. Ну, понятно, что чем выше мы идем, чем дальше идем в разложении, тем у нас коэффициенты разложения все более чувствительны к порогу. Все более чувствительны к той области, которая становится уже, в которой становятся существенными непертурбативные эффекты, или все даже не то, что непертурбативные, но у нас вот я вот здесь написал поправку, да? Но поправка, конечно, зависит от n и коэффициента разложения, можно убедиться просто прямым счетом, но это не так более или менее ясно просто из структуры, аналитической структуры нашего полиционного оператора, что коэффициенты разложения, они должны расти с ростом n. Должны расти. Относительный вклад вот этих
поправок, он должен расти просто n. Вот. Ну, он таки растет. Прямые вычисления показывают, что растет, конечно, этот вклад таких поправок. Но, ну, тем не менее, он оказывается недостаточно, рост этих поправок, вот этих вот поправок, которые мы просто вычисляем по теории возмущений. По стандартной теории возмущений, когда вычисляем поправки, то есть, что значит вычисляем поправки? Ну, вычисляем поправки, которые связаны там с такими диаграммами, потом с диаграммами, там, я не знаю, когда этот глюон распадается на кварку и пару, когда есть двухглюонный обмен и так далее. Эти поправки, вот они оказываются, этих поправок, оказывается недостаточно, чтобы согласовать теорию с экспериментом. Вот в чем дело. Вот отсюда родилась идея о том, что, ну, вообще-то идея о нетривиальной природе вакуума, она, в общем-то, и раньше как-то существовала. Но она вот оформилась, вот таким образом, что если мы наряду с этими диаграммами рассмотрим, предполагая, опять же, что у нас вакуум имеет нетривиальную структуру, а именно, отлично от нуля, вот такая величина, средняя по вакууму от g-мю а, это вот напряженное поле, g-мю а от нуля в квадрате, средняя по вакууму, если это не равно нулю, то тогда должен быть вклад вот такого типа диаграммы. Вот такого типа диаграммы. Ну, на самом деле, вот здесь глюонное поле, конечно, не фотонное, как здесь глюонное такое поле. Здесь тоже глюонное поле. И, конечно, это глюонное поле может, вот линии глюонного поля, они могут цепляться и таким образом, и есть четыре диаграммы. Две линии отсюда, две линии отсюда, и вот линии оттуда и отсюда. Такие диаграммы вот есть. Если мы их посчитаем, вот, то посчитаем, я уже говорил, что все это должно выражаться. Когда мы берем выражение для S-матрицы, матричные элементы S-матрицы, ну вот это есть один из матричных элементов S-матрицы. S-матрица сама, оператор S представляется в виде T-произведения. T-произведение по теореме Вика разлагается в сумму нормальных произведений и всевозможных спариваний. Ну, ясно, что здесь, значит, такая диаграмма никакого отношения к спариванию глюонного поля нет. Ну, есть вот нормальное произведение, значит, g-мю. Вот здесь, когда вот здесь пишется средний по вакууму, здесь подразумевается именно нормальное произведение. Именно нормальное произведение. И именно в этом нормальном произведении, вот среднее значение от этого нормального произведения, которое вроде бы в нормальной теории возмущения, в обычной теории возмущения, когда оно вроде бы должно быть нулю, потому что нормальное произведение, что такое? Мы расставили операторы так, чтобы операторы уничтожения стояли правее, чем операторы пророждения. Ну, тогда они должны уничтожать вакуум. Матричный элемент равен нулю. Нормальный, в обычной теории возмущения. Ну так вот, есть, оказывается, для того, чтобы согласовать вот эти правила сумм дисперсионные, нужно ввести такие вот невозмущенческие члены. Члены, которые не ухватывают с теории возмущения. То есть, вот предположить существование вот такого вот среднего значения по вакууму. И тогда у нас получится, ну как, можно посчитать это, значит, выражение для этого, для вклада
такой нарисованной диаграммой ПРН, ну и получится этот вклад, вот он растет очень, вот быстро растет ценом, и этот вклад есть вот чему равен. Вклад минус 4 пи в квадрате на 9. Ну, вообще, эти коэффициенты, конечно, я не помню и вам не советую. На что я советую, вам не советую их помнить. На что я только хочу обратить внимание, что значит, n плюс 2 на то, что n плюс 3 делить на 2 n плюс 5 на быстрый рост этого вклада с n. Ну и, конечно, он содержит этот вклад, содержит, так, я напишу так, среднее по вакууму альфа s, напишу деленное на π, здесь g минимум a от нуля в квадрате, среднее по вакууму, да? Конечно, значит, здесь содержится в этом альфа s, да? А вот это вот равенство к чему? Вот вы выражали, написали? Я написал. Вот АН равно вот этому. Это теория возмущенческий член. Да? Плюс вот здесь тоже возмущенческий член какой-то, да? И вот еще плюс вот этот член, да? То есть это как АН добавляется? А? Это как АН добавляется. Вот так вот я написал. Вот так вот написал. Да. Вот этот еще член добавляется. Ну, видите, что он быстро растет. Быстро растет цену. И для того, чтобы... Ну, и поэтому он становится... Сначала он был не важен, когда вот мы сразу получали, например, вычисляли А3 и А4, и брали их отношения. Хорошо у нас получилось прекрасное согласие с экспериментом, что мы получили величину... ширину распада джипсина и плюс и минус прекрасно, а дальше уже вот не согласуется правило сумм с экспериментом, ежели не ввести такие вот невозмущенческие члены. Ну, невозмущенческий член такого типа. Ну, конечно, я все это значит, наврал, очевидно. Где же я наврал? Да. По раздельности наврал просто 4. А это безраздельная величина. 4 МЦ в квадрате. В какой степени? Размерность вот этой величины какая? Размерность поля Басса. Да? Размерность напряженности, масса в квадрате. Квадрат напряженности, масса в четвертой. Да? Вот такой вот вклад существует. Да. А где видите, что пропорционален альфа s первой? Альфа s первой? Ну а как же? Это же, вот у меня внешнее поле, это же минимум. Да? Да. Ну я считаю сначала внешнее поле, а потом... Ну, считай, как вот внешний источник, как же я считаю эту диаграмму? Так же, как для внешнего поля. Uh-huh. Вот G, 2G. А, то есть вот тут G как раз. Да, конечно, G. Как константа взаимодействия, конечно. Как же я считаю эту диаграмму? Ну, обычным образом, по теории возмущений, да? Ну, есть, конечно, технические... всякие технические ухищрения для вычисления этих диаграмм. Но, грубо говоря, я беру так, можно так сказать. Вот я беру пропагатор. У меня пропагатор единица на p со шляпой минус m. Да? Это пропагатор этого самого, фермионный пропагатор. Да? А что у меня получится, если я включу поле? Я должен добавить минус g на a со шляпой. Правильно? Для этого
Что такое пропаганда? Это то, что стоит... вот у нас есть лагранжан пси с чертой, на некий оператор, на пси. Да? Пропагатор – это есть обратный оператор, который стоит между пси с чертой, который... Пропагатор – это обратный оператор. Вот я его написал. Сначала у меня был без... Вот это обычный пропагатор. Да? Когда поле включаем, вот добавляется этот член. Да? Ну вот добавляется этот член. Я его, конечно, это во всех порядках я написал. Я его разлагаю, удерживаю только два первых члена. Только, вернее, ну, у меня есть два пропагатора. Да? Этот пропагатор и этот пропагатор. Ну, я пишу каждый из пропагаторов вот в таком виде. Потом разлагаю и удерживаю члены только второго порядка по полю. Ну, члены первого порядка по полю, ясно, мне никакого вклада не дадут, просто по логике вариантности. Да по всякой вариантности, и под седовой никакого вклада не дадут. А вот удерживаю члены второго порядка и получаю, ясно, что же в квадрате, на, ну, по, конечно, это выражение у меня зависит от А, да? Но ответ, конечно, ответ ты должен быть калибровочным инвариантом. И он должен зависеть только от G-меню. Вот так должен. Ответ должен выражаться через G-меню. Через напряженность поля. Ну, это для этого, конечно, нужно провести какие-то там, ну, я не знаю, преобразования, в общем-то. С первого взгляда не видно, но по смыслу-то вы должны понимать, что ответ должен быть калибровочный вариант. То есть выражаться через напряженность поля. Вот. Ну вот. Ну и, значит, удается согласовать, значит, теорию с экспериментом. Я так напишу, вот, если я пишу 4mc в квадрате. Если предположить, что вот эта вот величина, альфа-с на пи, значит, здесь альфа-с на пи, да, стоит, я написал, а, но не написал аргумент у альфа-с, да, а вот здесь я написал аргумент, а здесь не пишу аргумент. Ну, я не написал аргумент, потому что, на самом деле, здесь у меня стоит оператор, который я тоже должен как-то перенормировать, да? И он имеет какую-то аномальную размерность, да, этот оператор. То есть он тоже зависит, этот оператор зависит от точки нормировки, да, от масштаба нормировки. Но оказывается, что вот это вот произведение, оно масштабно, то есть оно не имеет аномальной размерности. То есть это произведение, оно не зависит от масштаба перенормировки. И оказывается, что это можно его считать, что это есть примерно 350, что ли, b. Так что, честно говоря, не помню. Ну, естественно, в четвертой степени, да? Масштаба 350, да, правильно, b в четвертой степени. Ну, я уже говорил, что, в общем-то, точность... Пожалуй, вот 50 здесь писать уж вовсе даже ни к чему. Это превышение точности. Превышение точности. Раньше как-то предполагалось, что довольно точно можно извлечь с вот это вот вакуумное среднее. Это называется величина, называется еще Леонным конденсатом. Значение вот этого Леонного конденсата можно довольно точно извлечь. Но потом оптимизма поубавилось. Ну, не знаю, точностью до полутора, по-видимому, можно все-таки извлечь. Вот так. Вот, оказывается, значит, должны мы для описания, значит, экспериментальных данных включать такие вот невозмущенческие члены. Ну, понятно, что роль этих невозмущенческих членов тем меньше, чем
чем больше энергии, на которых мы работаем. Ну, здесь мы работали на энергиях порядка массы C-кварка, ну, двух масс C-кварка, да? Ну, понятно, что это размерная величина, и она должна обезразмериваться эффективными энергиями, эффективными передачами импульса, да? Поэтому при больших U квадрат, значит, вклад это маленький. Вклад это становится малым. Но оказывается, значит, это, в общем-то, это тоже было еще и раньше, понятно, до дисперсионных правил сумм, что не только это, что это вот не единственное, значит, вакуумное среднее, не единственный конденсант, который необходимо ввести в теорию. И есть еще, кроме вот этого глюонного конденсата, необходимо вводить еще и кварковый конденсат. В принципе, его кварковый конденсат. Кварковый конденсат это значит, что значит? Это среднее значение от куку с чертой. От куку с чертой. Так вот, значит, среднее по вакууму, кроме вот этого среднего по вакууму, существует среднее по вакууму. От куку с чертой ку, от такого оператора. Да? А что за куку с чертой ку? Это пси, что ли? Да, 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 да. Ку это пси-кварковая, да? Пси-ку, пси-ку. Я не знаю, пси. Пси-ку с чертой от нуля. А пси от нуля. Да? Где ну, можно, ясно, что по цвету это бесцветная величина, да? А по флеймерам можно брать различные флеймеры, там, U-кварк, для U-кварков, для D-кварков, разные флеймеры можно брать. А что, они все шесть и все не равны друг другу? В принципе, они не равны друг другу, и, в общем-то, это естественно. Что они не равны друг другу. Ну, конечно, они не равны друг другу, но можно считать, что, например, вакуумное среднее для U-кварков и D-кварков приблизительно равны друг другу, это просто изотопическая симметрия, да? А если мы говорим, что у нас есть SU3 симметрия, флейворная SU3 симметрия, тогда примерно равны друг другу все три вакуумных средних. Ну, это уже мы еще об этом поговорим. Значит, значит, мы поговорим о численных значениях вот этих вакуумных средних и как, о том, как они связаны, эти численные значения, с массами соответствующих мезонов. Соответствующих мезонов. Вот. Ну, здесь я хочу сказать, что в принципе вот эти существования таких вот вакуумных средних, таких вакуумных средних, такого рода вакуумных средних, можно увидеть и из анализа правил сумм. Анализа правил сумм, аналогичных правил сумм. Ну, не совсем аналогично, мы все-таки здесь брали коэффициент разложения. А можно просто взять для легких кварков, вот вы говорили про там фи-мезоны, да? Ну, для, можно даже правил сумм для ро-мезонов написать, да? Вот здесь мы правил сумм, здесь у нас рождалось, справа у нас вклад давал GPC, да? Ну, аналогом GPC... На легких кварков является ро-мезон, конечно. Да? Ро-мезон, фи-мезон, омега-мезон. Да? И вот если взять правило сумм для ну, конечно, здесь мы брали просто
поляризаційний оператор зв'язаний з вакуумним середнім от такого тока псі чертой С, гамма мю С, псі С, от такой ток, да? Не псі, это оператор для С кварта, да? Оператор поля С кварта. А когда мы говорим, скажем, о правилах СУ для робизона, то мы должны... Робизон, это он же у нас есть, состоит из комбинаций У с чертой У и D с чертой D, изовекторная комбинация. То есть надо писать правила сумм для изовекторного тока. Изовекторный ток, который есть, ну, я его могу так написать, это есть единица делить на корень из двух. А, единица на корень? Нет, на два. Да, в общем, это не важно. А здесь я напишу так. У с чертой, это значит пси с чертой У. Да? Гамма мю, так это обычно пишется. Гамма мю У. Минус D с чертой. Да, на месте. Вот изоекторный тор, да? Ну, я повторяю, что коэффициент здесь это вопрос. А там не D? D, конечно, D, пардон. Конечно, D. D с чертой D. Вот такой изоекторный ток. Если его, значит, написать для него правило сумм, но правило сумм не такого типа, а просто написать вот вакуумное среднее поляризационный оператор. Соответствующий изовекторному току. В точку какую-то вычислить просто теоретически. Поляризационный оператор, отвечающий изолированному току при больших по модулю отрицательных у квадрат. Больших по модулю отрицательных у квадрат. Значит, вычислить его при поляризационный оператор P у квадрат. При у квадрат равно минус у квадрат, и у квадрат это большое. Да? Квадрат это большое, но большое там, где мы можем использовать теорию возмущения, то есть какие-то больше, чем нескольких f квадратов. Да? Вычислить то, ну мы получим просто возмущенческую часть, она там равна с каким-то коэффициентом, который зависит от определения, вот я не буду даже коэффициент писать, это есть, ну какой-то c напишу. Логарифм у квадрата. Вот такой логарифм у квадрата. Это вот возмущенческая часть, которая, конечно, есть. Да? Потом это все можно даже написать как опять же точку нормировки. Выберем тоже равную этому ку квадрату. Но этот логарифм все равно он будет. Логарифм ку квадрата. Потому что, ну, как вы помните, у нас стоит этот логарифм, он отвечает просто. Помните, у нас в электродинамике был поляризационный оператор, но мы писали, когда мы писали полную функцию Грина. Мы писали ее в таком виде, что это есть q квадрат на единицу плюс e квадрат на поляризационный оператор от q в квадрате. E, правда, мы там не выделяли. Этот поляризационный оператор содержал логарифм. Логарифм передачи импульса, логарифм q квадрат. Логарифм минус q квадрат. Вот это, именно этот тот цвет, который связан просто с теорией. С однопетлевым вкладом, но он и в высших петлях сохраняется. С можно считать функцией от альфа-с от в квадрате. Потом есть вот этот цвет, который отвечает
вот этой диаграмме я плюс С теории возмущения, плюс какой-то коэффициент СЖ я напишу. Это коэффициент, который будет пропорционален альфа-С на пи ДМЮ А в квадрате, среднее значение вот этот конденсат. И он, конечно, будет делиться коэффициент Q в четвертой, безразмерится этот вклад. И еще появится вклад. Какой этот вклад? Ну, он будет, значит, подавлен еще по Q. Вот такой. Ну, в принципе, если мы знаем уже вот это вакуумное зрение, откуда-то его вычислили, то мы можем и этот вклад. Какой этот, какой еще вклад может появиться? Вклад может появиться вот такой. Появиться. Какой вклад? Если у нас нетривиальная структура вакуума такая, что отлично от нуля вакуумное среднее от куку чертой, то появится и вот такой вклад. Ну, здесь вот, здесь я напишу, ну я так нарисую, здесь вот такую. Так. Да? Это глюон. Ну, глюон может цепляться так, и так, и так, и так. Четырьмя разными способами глюон может цепляться здесь. Ну, то есть, если мы предполагаем, что... То есть, тут уже предпоединяю или что? Нет петли. Нет петли. Но у нас вот здесь вот зато есть переход в... переход в... я напишу стеку кусертой ку, и здесь будет, значит, будет стоять альфа-с, будет стоять, и здесь будет стоять кусертой ку в квадрате. Среднее значение по вакууму. Среднее значение по вакууму от вот такого вот пирата, кусертой ку. И, опять же, этот коэффициент можно вычислить. Ну, я не знаю, его приводите. Не имеет смысла приводить. Вы должны просто понимать, что такое среднее должно, в принципе, должно появиться, если у нас, вы уже сказали, что вакуум у нас имеет нетривиальную структуру, то вот появляется такое среднее. Но, конечно, оно уже подавлено. Как оно подавлено? Оно подавлено уже множителем Q в шестой. Да? Потому, опять же, по размерности. Вот. Альфа-С, то, что стоит альфа-С, опять же, вот оно видно. Из диаграммы, что стоит альфа-С. Значит, теперь можно извлечь этот множитель, этот из эксперимента, из сравнения теоретических расчетов с экспериментальными данными, можете извлечь, оказывается, вот этого вакуумное среднее. Если предполагать, просто, опять же, вот видите, вакуумное среднее от Q с чертой Q в квадрате, да? Это оператор, квадрат оператора, да? Вообще-то говоря, ну, в каких-то предположениях, можно предположить, что это квадрат среднего значения от квадрата оператора, есть квадрат среднего значения. Конечно, это все совершенно не так недоказуемо, это какая-то сильная гипотеза. Ну, если еще предположить такое, то можно получить среднее значение от куку с чертой, которое оказывается... Да? А почему там квадрат будет? А не просто среднее значение от пси чертой пси. Так а вот видите, пси чертой пси, пси чертой пси. А, как? Пси чертой пси. Да. Вот так вот. И что же получается? Получается вот такой корень из альфа С на пси чертой ку. Опять же, предполагая, конечно, что
Какие вакуумные зрения здесь войдут? У с чертой У и Д с чертой Д, потому что в ток содержит У-кварки и Д-кварки. Вот, ну, предполагаем, что они равны, эти вакуумные зрения. И еще включая здесь коэффициент альфа С. Опять, почему включаю еще коэффициент? Ну, потому что, опять, этот оператор имеет аномальную размерность, зависит от точки перенормировки. Его значение зависит от точки перенормировки. Но вот если умножить его на альфа С, альфа С тоже зависит от точки перенормировки. Но вот это произведение, оно примерно, не точно, но примерно двенорм-инвариантно. И это вот выражение, оно оказывается равным примерно 1,5 на 10 минус 2 делов. Вот d в квадратах. В кубе. Вот такое выражение, оказывается, тоже можно получить для прионного конденсатора. Но как это технически делается, я уже не хочу, не могу останавливаться на этом. А хочу поговорить остаток времени про другое. А именно, я уже говорил, что понятие о вакуум конденсате, оно возникло еще до, на самом деле, до понятия глюкного конденсата. Глюонный конденсат появился, понятие глюонного конденсата, оно появилось все-таки уже после возникновения, после рождения квантовой хромодинамики. Это уже было где-то начало 80-х годов. А вот идея о квантовом конденсате, она родилась еще раньше, еще до квантовой хромодинамики. Как вы знаете, кварки-то, понятие кварков, оно далеко до квантовой хромодинамики возникло, это понятие. И оно, идея о квантовом конденсате возникла в связи с понятием спонтанного нарушения симметрии. Квантовый конденсат связан со спонтанным нарушением хиральной симметрии. Вот что такое хиральная симметрия? Мы уже говорили, что массы кварков, легких кварков, да, они малы по сравнению с массами адронов, да? Ну, характерная адронная масса, что это? Масса нуклона, да, будем считать, или масса робизона, которые близки, в общем, одно и то же примерно. Вот, если будем считать, что характерная масса адрона – это нуклонная масса, то ясно, что массы кварков, они малы совершенно по сравнению с этой нуклонной массой. И, значит, тогда вроде бы хорошим приближением к реальному миру, должен быть мир такой, в котором массы легких кварков вообще равны нулю. Да? Почему бы не рассмотреть такой мир, такой идеальный мир? В реальном мире, я еще раз говорю, что массы кварков не равны нулю, потому что вот этот идеальный мир, значит, в котором массы легких кварков равны нулю, он обладает, оказывается, в нем должна бы быть масса пимезона, должна бы быть тоже равна нулю. Масса пимезона. Ну, если масса S-кварков еще положить равна нулю, то и масса не только пимезонов, а массы и бета-мезонов тоже должна быть равна нулю. Почему это так? Потому что вот
Есть так называемая теорема Голдстоуна. Теорема Голдстоуна, которая нам говорит, что при спонтанном нарушении непрерывной симметрии появляются безмассовые частицы. В таком числе, которое равно числу параметров вот этой нашей нарушенной симметрии. Ну, прежде чем, говорить о теореме Голдстоуна, давайте все-таки поговорим о что такое спонтанное нарушение симметрии. Это такое нарушение, которое не связано с Лагранжаном, с Гамильтонианом. Мы говорим о спонтанном нарушении симметрии в том случае, если у нас Лагранжан и Гамильтониан обладают какой-то симметрией, точно обладают какой-то симметрией. Лагранжан и Гамильтониан. У них есть какая-то симметрия. А вот реальный мир, этой симметрии не обладает. Простейшее понятие о спонтанном нарушении симметрии, конечно, оно возникло еще даже и в теории элементарных частиц. Известно классическим примером спонтанного нарушения симметрии является случай, когда является ферромагнитик, который при температуре ниже критической испытывает фазовый переход, у него появляется сначала его основное состояние ферромагнитика было имело симметрии, то есть не было никакого выделенного направления для этого ферромагнитика. А вот при фазовом переходе у него появляется магнитный момент, который куда-то же направлен. И, конечно, направление это нарушает симметрию относительно вращения. Но понятно же, что Гамильтониан ферромагнитика должен обладать этой симметрией. Какие-то микроскопические причины этого спонтанного нарушения. Они, в общем-то, и не выяснены. Но вот факт тот, что происходит такое спонтанное нарушение. Что как-то вот в силу каких-то обстоятельств появляется выделенное направление. Лагранжан инвариантен, основное состояние неинвариантно. Основное состояние неинвариантно относительно вращения. Для ферромагнитика это просто пространственное вращение. Кроме пространственных вращений, классический пример спонтанного нарушения, который связан с механизмом Хиггса, который сейчас в настоящее время является тоже классическим примером. Это такое нарушение, которое связано с чем-то вроде спонтанного нарушения изотопической симметрии. И вот классический пример такого нарушения, у нас поле, скалярное поле, с изотопическим индексом А. Вот есть поле Фи А от Х. И Лагранжан симметричен относительно изотопических вращений, относительно изотопических поворотов вот этого вектора. Пусть это вот изотопический вектор. А это индекс, изотопический индекс, и Фи А это изотопический вектор. Если в Лагранжане имеется потенциальная энергия в Лагранжане, имеет вид минус там лямбда, а здесь стоит фи а в квадрате минус фи ноль в квадрате,
Это какое-то число просто, да? И все это вместе в квадрате. Вот такое выражение имеет потенциальная энергия. Мы видим, что минимум потенциальной энергии находится не в точке фи, равной, это же положительная величина, все вместе в квадрате, не в точке фи, равной нулю, минимум потенциальной энергии находится, а в точке вот фи ноль в квадрате. Фи ноль в квадрате. И поэтому наиболее выгодным положением является не положение фи равное нулю, да, которое есть изотопический инвариант, который не зависит не меняется при изотопических поворотах, какое-то, если мы видим фи по модулю, которое есть, фи корень квадратный из фи а в квадрате, то ясно, что выгодным является фи по модулю равный фи ноль. Вот такое положение. Это положение обеспечивает минимум энергии. Это такое поле обеспечивает минимум энергии. Но ясно, что если фи по модулю равно фи ноль, мы же, когда говорим о векторе, у него есть, кроме вот модуля, есть еще направление. И это при любом направлении, да? То есть у нас минимум не зависит от направления. Положение минимума не зависит от направления. Ну, а какое-то состояние, основное состояние, оно как-то должно определяться, ну, единственным образом. Должны определяться в этом состоянии и модуль, и направление. Так вот, выбор направления это определенный выбор направления, он нарушает, естественно, эту самую изотопическую симметрию, потому что он уже все, инвариантность относительно вращения теряется в изотопическом пространстве. Вот это вот, такой пример. Это вот как раз хиггсовский механизм нарушения, на самом деле, таким способом, если вот фи это хиггсовское поле, таким способом, таким механизмом спонтанного нарушения у нас обеспечиваются, оказывается, все массы, все существующие массы. Массы W и Z бозонов. Вот. Да и вообще все массы обеспечиваются таким механизмом. Ну ладно, это вы, может, еще будете в свое время проходить, а нас интересует в связи с этим механизмом вот вопрос о том, что у нас появляется, если таким образом происходит спонтанное нарушение симметрии, то видно, что у нас появляется безмассовая частица. Откуда это видно? Ну, давайте, перейдем. Вот вы сказали, что вот у нас есть потенциальная энергия. Вот минимум потенциальной энергии обеспечивается вот точкой. Вот это не точка на самом деле. Это есть некая. Это же не точка, это некая. У фи есть три параметра. Один параметр – это область, некая область, да? Ну давайте введем. Ну для простоты будем так. Давайте пусть у нас А проделяет только две компоненты, да? И тогда это уже даже не изотопическая симметрия, а нечто проще, потому что изотопическая симметрия – это все-таки группа СУ2, да? А мы давайте будем говорить о группе У1. Группа У1. А пробегает две
два значения, тогда у нас фи, у нас двухкомпонентное поле, но вместо двух декартовый компонент фи1 и фи2 мы можем взять, взять полярные компоненты фи по модулю и угол поворота. Угол поворота, да? Это вот, который мы вот напишем, что фи это вот двухкомпонентный вектор, да? Можно двухкомпонентный вектор, можно вместо него можно ввести два комплексных числа фи, которые есть фи1 плюс и фи2. Правильно? Вот у нас были фи1 и фи2. Фи1 и фи2. А определяло значение 1 и 2. Значит, и у нас вместо вот таких вот фи мы можем ввести фи по модулю. Да? И аргумент фи, аргумент фи, аргумент фи, который обозначим, я не знаю, может, вот такое фи обозначим, как хотите. А? Ну, давайте тетту. Это не важно. Но важно то, что у нас потенциальная энергия, видите, она зависит только от фи по модулю, да? Она не зависит от тетта, потенциальная энергия, да? Ну, значит, а что это означает, что потенциальная энергия не содержит членов пропорциональных тетта? Ну, тетта вообще не зависит от тетта. Это означает, что у нас есть нулевая масса по тетта. По тетта, если мы введем поле тетта, то соответствующая ему масса будет равна нулю. Ну, конечно, генетический член там сложно будет записываться через тетта. И фи через тетта и фи по модулю. Но не важно. Важно то, что масса равна нулю. Можно... И это вот один из... А, да? Потому что... Что такое у нас... Вот, значит, у нас есть кинетическая энергия. Она зависит от производных от полей, да? А потенциальная энергия зависит только от полей, да? Если потенциальная энергия от полей не за... Что такое масса? Мы берем потенциальную энергию, да? Разлагаем ее по степеням полей, да? И коэффициент при втором члене разложения называем массой, да? Правильно? Ну а там дальше там могут быть фи в четвертой, но это уже будет там взаимодействие, да? Правильно? Ну, масса, квадрат массы – это коэффициент при втором члене разложения по полям. А у нас от тетта вообще не зависит потенциальная энергия. Значит, масса, соответствующая полю тетта, она равна нулю. Понятно? Ну вот, это такой наглядный пример теоремы Голдстоуна, что... Вот, если у нас есть фронтальное нарушение симметрии, то у нас есть, появляется частица с нулевой массой. Можно и по-другому сформулировать, так сказать, в общем виде. Сказать так, что такое у нас, что означает, что у нас есть симметрия Лагранжа? Это означает, что есть сохраняющийся ток, да, по теореме Ньютона. А интеграл по всему пространству от этого сохраняющегося тока есть заряд, Q, заряд, да? Ну, в квантовой теории поля это значит оператор, заряд, оператор. Но это не электрический заряд какой-то, ну, какой-то заряд, я не знаю. Такие величины называются зарядами. Интеграл от нулевой компоненты какого-то тока, это есть какой-то заряд. Вот у нас есть QA. Да вообще просто давайте без изыскаться. Просто Q-заряд какой-то есть, да? Просто есть какой-то заряд, который есть Q, который сохраняется, то есть Q с точкой равно нулю, Q равно интеграла D куб x от G в
0 от x, p, я так напишу, да? Ну, это вообще говоря, q от t. Вообще, q от t. Но если у нас есть симметрия Лагранжана, и это ток, который вычислен по теореме Ньютона, то тогда ток сохраняется, нулевая его, а интеграл, значит, не зависит от t, не зависит от t. Вот. Вот есть такие заряды. А что означает спонтанное нарушение симметрии? Заряды эти, они представляют из себя генераторы преобразования. В квантовой теории поля эти заряды, это есть генераторы преобразования соответствующих. Теорема Ньютона говорит, что если есть некие преобразования, которые оставляют инвариантно Лагранжан, то тогда есть сохраняющийся ток, интеграл от тока мы обозвали зарядом, и в квантовой теории поля этот заряд есть генератор соответствующих преобразований. То есть гамильтониан коммутируется этим. Если гамильтониан инвариантен, если мы говорим об инвариантности относительно неких преобразований, то это означает, что наш вот этот вот заряд коммутирует с гамильтонианом. Заряд коммутирует с гамильтонианом. Но, то есть, есть инвариантность относительно таких преобразований, то есть, есть, опять же, еще раз повторяю, что у нас гамильтониан коммутирует с этим зарядом, а если все-таки есть спонтанное нарушение соответствующей инвариантности, то это означает, что основное состояние, да, не обращается внутрь при действии этого оператора. Этим оператором действуем на основное состояние, а основное состояние не инвариантно относительно этих преобразований. Основное состояние не инвариантно относительно этих преобразований, которые оставляют неизменным гамильтониан. Вот это спонтанное нарушение симметрии. Спонтанное нарушение симметрии. Значит, ну, если мы имеем такое соотношение, что это означает, что, по крайней мере, есть какое-то одно состояние, я не знаю, как мы его обозначим, ну, какое-то состояние, состояние А, что ли, в общем. Такое, что матричный элемент в состоянии А отличное от основного состояния. Такое, что вот этот матричный элемент не равен нулю. Такое, что этот матричный элемент не равен нулю. Ну а теперь давайте вычислим этот матричный элемент, подставив значение для Q через интеграл от нулевой компоненты тока, и интеграл от нулевой компоненты тока, вот этот матричный элемент от нулевой компоненты тока, это здесь у нас стоит гейзенбергский оператор, мы знаем, как гейзенбергский оператор выражается через оператор в нуле, мы тут, каким образом, ну там мы пишем, что интеграл d куба x, а здесь пишут какое-то а. Здесь пишут g0 от нуля. А здесь пишем g в степени i, p, x. G в степени минус i, p, x. Здесь 0. Да? Ну, вакуум, ясно, что у нас импульс вакуум этого состояния мы равен нулю, и мы пишем, ну и доля отсчета энергию выбираем так, чтобы энергия этого состояния была, энергия этого состояния основного была равна нулю. И тогда у нас получается, после того, как мы проинтегрировали этот оператор, действуя сюда, выдает импульс состояния А, и мы получаем
после интегрирования мы получаем 2 D в кубе. 2 D в кубе. А здесь E в степени E в степени I эпсилон А на Т, на Т это функция от ПА, да? Когда интегрируем по пространственным компонентам, мы получаем вот эту функцию на Т функцию, и здесь получается здесь А, а здесь длиной от нуля, здесь ноль. Вот такое получаем, такое получаем выражение. Но что важно у нас, что важно для нас, это то, что у с точкой равно нулю. У с точкой равно нулю, это значит, вот этот матричный элемент не зависит от t, не зависит от t, у с точкой равно нулю. А здесь мы получаем, то есть вот этот матричный, вот это выражение не должно зависеть от t. Не должно зависеть от t, да? Это выражение не зависит от t, и это означает, что, что при импульсе p равно нулю у нас энергия должна быть тоже равна нулю для состояния А. При импульсе p равно нулю и энергия должна быть тоже равна нулю. Это закон дисперсии для частиц с нулевой массой. То есть спонтанное нарушение симметрии означает, что у нас есть состояние с нулевой массой. Вот это и есть теорема Толстого. У нас есть состояние с нулевой массой. Да. А вот тут в самом начале вы сказали, что из спонтанного нарушения симметрии следует, что Q действия на 0 не дает 0. Да, конечно. Ну вот можете пояснить? Ну, что такое спонтанное нарушение симметрии? Я еще раз говорю, что означает, что у нас основное состояние неинвариантно относительно преобразования. Да? Да. То есть оно... А это есть генератор преобразования, да? Да. Ну ежели поворот, это есть поворот, это есть E в степени I, Q на некий, ну, на некий угол поворота, преобразование, да. Да? И преобразование действует на это, на состояние должно, если у нас состояние инвариантно относительно преобразования, то E в степени И Q, ну я не знаю, на какой-то, на альфа, да, параметр преобразования, должно быть равно не меняться при этом преобразовании, правильно? Да. Вот теперь разлагаем. Вот это вот инвариантность относительно преобразования, да? Ну, а ежели не инвариантность, то значит... Спонтанное нарушение означает, что этот оператор, действуя на состояние, меняет его, не переводит его, не оставляет его неизменным. Если бы оно оставалось неизменным под действием этого преобразования, мы имели бы симметрию, правильно? Значит, это не равно вакуумному состоянию, да? Ну, а давайте вот разложим по параметру А, да? И возьмем производную при А равном нулю, да? Ну и что мы получим? А? Ну получим единица плюс, вот что мы получим. Единица, возьмем в первом, единица плюс Q и альфа на Q, да? На заряд, на вакуум, не равно вакуум, правильно? Да? Теперь вот это, на это, на вакуум, да? Сократим. Ну, все понятно. Ну вот, такое, значит, мы получим, ну, такое вот доказательство теоремы Голдстоуна. Я должен сказать, что
не то, чтобы оно было сильно строгим, потому что там нужно еще определить сходимость интегралов вот этих вот и так далее. Но не будем на это обращать внимание. Во всяком случае, это некое показательство, некое, какое демонстрация того, что теорема Голдстоуна так... А вторая часть? Там же как бы две части. То, что количество параметров должно... Собрать. А количество параметров преобразования — это количество куб вот наших операторов. Количество наших операторов. Да. Ну вот. О какой симметрии мы-то будем говорить? Мы будем говорить о спонтанном нарушении киральной симметрии. Киральной симметрии. Что такое киральная симметрия? Вот, когда мы говорили о Лагранжиане квантовой хромодинамике, мы говорили, что там, Глюонда есть часть этого Лагранжана, которая вообще не зависит, которая от флейворов вообще не зависит, да? А вот есть флейворная часть, которая вот такая, сумма по флейворам, парковая часть, вернее, которая есть вот такая, сумма по флейворам, значит, псифлейвор с чертой, а здесь стоит и, с со шляпой, минус m флейвор. Да? Минус А со шляпой. Ну, А это есть А мю А, А мю А, Т А. Да? Где Т А? Это генератор цветовой группы. Ну, это здесь, это А, конечно, генератор цветовой группы, но от флейворов не зависит. Ж здесь стоит, конечно. Да? От флейворов, конечно, никакой зависимости нет. Так? Да. Вот это вот часть. Где зависимость от флейвора? Вот где зависимость от флейвора, да? Если мы говорим, массы флейворов равны, то этот Лагранжан имеет флейворную симметрию. Но в зависимости от того, сколько этих флейворов с одинаковой массой, эта симметрия может быть либо SU2, либо SU3, да? Если мы рассматриваем только U и D кварк, то есть только два флейвора, да? Ну тогда мы говорим, то тогда псифлейвора можно, вот эту сумму можно записать так, как просто выбросить сумму, а считать, что пси — это столбец флейворный, правильно? Можно так вот здесь написать, что выбросить сумму и считать, что вот пси — это флейворный столбец, правильно? Флейворный столбец, а m — это флейворная масса, да? Это от флейворов вообще не зависит, да? Поэтому на этот счет можно вообще не обращать внимания. Это значит, он не видит флейворов. Вот флейворов... даже с ним... Может быть, сначала не будем его выбрасывать, все равно с ним надо разбираться. Я говорю, вот это m — это флейворная масса, которая предполагается... Ну, она имеет вот такой вид, диагональный, это по флейвору, это есть 0, здесь... М1, МУ, МД, МС, вот так вот, да? Если мы три флейвера рассматриваем. Если два флейвера, то только вот эта вот матрица 2 на 2, правильно? Но, значит, мы говорим, что если все массы флейверов одинаковые, то есть симметрия... Обычная флейворная симметрия относительно преобразований массы одинаковая. Просто вот так вот. МФ – это есть единичная матрица, равно МФ на единичную матрицу. Вот это вот. М не зависит от флейвора. Да? Если вот так написали, что это единичная по флейвору матрица, то это... Этот Лагранжан инвариантно относительно преобразования ПСФ переходит в две степени. Ладно, я напишу U флейвор. Это унитарный и унимодулярный оператор во флейворном пространстве на ПСИ. Ну и аналогично, конечно, ПСИ с чертой F переходит в ПСИ с чертой
F на UF минус R. И это, конечно, преобразование, глобальное преобразование, глобальное, да? Надо понимать, что световые преобразования, когда мы говорим, мы говорили о калибровочных преобразованиях, делали их локальными, а это глобальное просто преобразование. У не зависит от точки пространства времени. Вот есть инвариантность. И эта инвариантность обычная. Флейвор инвариантность относительно поворотов во флейворном пространстве. И это для того, чтобы такая инвариантность была, нужно только, чтобы вот это M было имело диагональный вид. Не только диагональный, пропорционально индичной матрице, пардон. Но вот если у нас это m равно нулю, вот это вот m равно нулю, а мы говорили, что это должно быть неплохим приближением к реальному миру, потому что массы у и d кварков, они, особенно массы у и d кварков, они очень маленькие, там 5-7 мэф, что это такое, маленькие. Значит, это хорошее приближение, это вот такое вот. О! А здесь инвариантность этого Лагранжана, она уже гораздо выше, чем инвариантность Лагранжана с массой. Потому что, на самом деле, мы можем ввести левое, здесь, вот такой Лагранжан, вот так мы можем ввести Псиф равно Псиф левое, плюс Си Ф право. И Си левое право, я опущу индекс F, это есть 1/2, а здесь единица плюс минус гамма 5 на Си. Вот так. Ну, видите, если левый с правой сложим, то вот как раз 1/2 гамма 5 исчезнет, а 1/2 сократится. Получим, мы тождественно написали, да? Вот. Вот можно так разделить пси, оператор поля пси, так на две части, левую и правую часть. И эта часть отвечает. Поскольку у нас частицы безмассовые, эта часть, левая часть, отвечает левой поляризации, то есть частицы со спином вдоль направления движения, или против направления. Но это как обзовем, левая и правая. И точно так же здесь, как выберем гамма 5, да? Я уже говорил, что гамма 5 вообще-то, к сожалению, в книжке Берестецкого лишь Цепинаевского, и в патику на эту группу у них разные определения гамма 5, да? Поэтому путаница может быть с левыми и правыми. Вот. Но здесь не важно. Нам важно вот что, что когда здесь стоит только гамма мю, здесь стоит гамма мю и здесь стоит гамма мю, да? А гамма мю с гамма 5 антикоммутирует, да? И тогда вот это вот все мы можем написать как Пси F чертой левая на ИД со шляпой минус ЖА со шляпой на Пси F левая плюс Пси чертой правая на F на И. То есть разделились у нас поля, да? На А. Ну, на пси правая, пси f правая, разделились поля левая и правая. Но это естественно, потому что у нас нет перехода между из левого в правое, да? Потому что у нас спираль не сохраняется, левый не может перейти в правый, если частица безмассовая, да? А если масса, частица массивная, то может левый перейти в правый, сами понимаете, что мы можем ее затормозить, эту частицу, если она массивная, и изменить скорость ее движения. Ну вот. Поэтому, значит, а здесь мы видим уже, что здесь мы можем отдельно вращать левые поля,
И отдельно правые поля, отдельно. Есть две группы преобразований. Левое и правое преобразование. Есть вот это вот, ну, мы можем говорить, значит, есть вариантность относительно таких преобразований, что относительно преобразований пси переходит в Е в степени И, гамма 5, там на, ну, я не знаю, на какую-то, я, когда вот раньше говорил про У, то У можно было бы написать как Е в степени там И, я не знаю, Д, И, Т, но это не, это флейворная матрица, да, флейворная, генераторы поворотов во флейворном пространстве, да, в фундаментальном представлении. Значит, а здесь стоит, ну, я не знаю, на Дэттеи, что ли, Дэттеи, вот такие. Вот так, так. Была инвариантность относительно таких преобразований. А если у нас есть, мы можем отдельно поворачивать левые, отдельно правые, то наряду с инвариантностью относительно таких преобразований есть инвариантность относительно преобразований. Здесь стоит Т, И, Т, а здесь, ну, вместо Т, ну, вот такое Т напишем видео на пси. Есть инвариантность относительно таких преобразований? Вот такие преобразования называются киральными преобразованиями. Да? Такие преобразования называются киральными преобразованиями. И значит, у нас есть при массе равной нулю, при массе кварков равном нулю, это так, в идеализированном таком мире, который должен быть близок к нашему миру, благодаря тому, что у нас масса кварков маленькая. Так вот, в этом идеализированном мире есть инвариантность относительно киральных преобразований. Инвариантность Лагранжана относительно киральных. Лагранжана. А что мы видим на деле? Что мы видим на деле? Есть такая инвариантность? Ну, ни намека нет на такую инвариантность. Ни намека нет на такую инвариантность. Ну, мы видим, есть изотопическая, скажем, будем говорить о двух только флейворах. Видим, есть изотопическая инвариантность. А какую-то еще дополнительную инвариантность, которая должна была как-то еще, еще как-то в спектре андронов должна быть еще какая-то дополнительная симметрия. Никакой такой симметрии мы не видим. Мы видим, что масса кварка, масса протона, она равна примерно массе нейтрона, да? Все, больше никакой другой симметрии мы не видим. Но это означает, что инвариантность относительно киральных преобразований, она спонтанно нарушена. Что есть спонтанное нарушение инвариантности относительно киральных преобразований. И это тоже означает, конечно, масса протона не равна нулю. Ну, даже это уже означает, что у нас есть нарушение киральной инвариантности. Да. Поэтому, так что эта киральная инвариантность нарушена спонтанно. Ну и, значит, а тогда должны бы быть у нас безмассовые частицы, да? Безмассовые частицы. Но у нас безмассовых частиц, безмассовые адроны. Адроны. У нас есть фотон без массы. Ну, глюоны, которые есть без массы. Но это же совсем другие частицы. Безмассовые адроны должны быть. Но их тоже мы не видим. А что это? Ну, то, что это-то, то, что мы не видим безмассовых адронов, которые должны быть по теореме Голдстоуна. Значит, мы говорим, вот у нас киральная симметрия спонтанно нарушена, да? Значит, должны быть безмассовые Голдстоуны, безмассовые частицы, которые называются голдстоуновскими частицами или просто Голдстоуны. Мы их не видим. Безмассовых адронов мы не видим. Ну, это понятно, потому что, на самом деле, мы же говорили про идеализированный мир, да, в котором массы кварков равны нулю. А в реальном мире, в нашем мире, массы кварков не равны нулю. И поэтому и Голдстоунов-то мы не видим.
Но что мы должны видеть? Мы должны видеть псевдо-галстоны, да? Частицы, которые близки по своим свойствам к галстоновским частицам, да? Но все-таки масса у них не равна нулю. А? Да. Мы сначала сказали, что у нас плюс масса равна нулю, да? Это мир идеальный. Идеализированный, да? Идеализированный нулю, оттуда следует, что у нас, скажем так... В идеализированном мире у нас должны быть безмассовые частицы, безмассовые адроны, галстоны, да? Даже они должны быть безмассовые, потому что у нас масса квартов равна нулю. Да, да, да. И в этом случае у нас была бы хиральная симметрия. Была бы, ну, если бы она была нарушена, но в принципе, то она могла быть не нарушена. Тогда никакой... Что? Нет, почему? Если хиральная... Ну, в принципе, могли бы быть... Уже непонятно, как наличие симметрии влияет на наличие или отсутствие безмассового... В принципе... Это вопрос темный. Возможно ли было бы наличие безмассовых, должны ли бы при хиральной симметрии должны ли быть все частицы безмассовые? Это вопрос на самом деле темный, и для меня темный. Я не хочу в него вдаваться. Я говорю, что факт тот, что у нас в нашем мире, наш мир все-таки, значит, в нашем мире, во-первых, нет симметрии, которая соответствовала бы хиральной симметрии. Да? Нет симметрии. То есть симметрия нарушена. Да? Но она, эта симметрия нарушена. Как она может быть нарушена? Она может быть нарушена двумя путями. Либо есть прямое нарушение, которое есть в Лагранжане, либо есть спонтанное нарушение. Она может быть нарушена двумя путями, и в нашем мире она нарушена их комбинацией. Потому что в нашем мире, во-первых, массы кварков у нас не равны нулю, да? Но они маленькие, да? Массы кварков маленькие. Массы кварков маленькие, и мы должны были бы ожидать, что у нас есть, ну, массы кварков маленькие, мы должны бы наблюдать какую-то, ну, приближенную симметрию, да? Приближенную хиральную симметрию. Но мы ее не наблюдаем. Никакой приближенной хиральной симметрии мы не наблюдаем. Да? А что это означает? Что она, эта хиральная симметрия нарушена не только массами кварков, но и спонтанно нарушена. Вот это вот вывод, который можно сделать. Безмассовые. А то, что... Безмассовые адроны, если бы она была нарушена только спонтанно, а не нарушена массами кварков, то были бы безмассовые адроны. У нас их нет, но это означает, что она нарушена и массами кварков, и спонтанно. Отсутствие безмассовых адронов означает, что она нарушена не только спонтанно, но и массами кварков. Да? Не только спонтанно, но и массами кварков. Ну и как это проще всего, как это еще просто увидеть? Еще одна демонстрация теоремы Галстона, которую, ладно, наверное, не будем уже ее, эту демонстрацию показывать. Потому что время наше истекло, наверное. Или вы не проще еще? А? Не проще? Ну хорошо. Одна демонстрация, которая
демонстрация, связанная с теоремой Голдстоуна. Вот такая. Давайте посмотрим на... Ну, что означает то, что у нас есть хиральная симметрия? Опять же, вернемся к нашему идеальному миру, в котором есть хиральная симметрия. Тогда у нас в обычном мире у нас сохраняется эстетический ток, да, который есть G, или который мы назовем так, V nu A, который есть с чертой, это вот флейворная психика. А C A, это флейворная, опять же, матрица. А это флейворный столбец. Это флейворная матрица, это строка, и здесь стоит гамма мю. Вот такой ток сохраняется, да? Это, ну, если у нас только два флейвера, то это эстетический ток, а если три флейвера, то это SU3 ток. Вот такой ток сохраняется, если у нас есть флейверная, обычная флейверная симметрия. Обычная флейверная симметрия. То есть симметрия относительно преобразований CF в E в степени I, TA, TETA, на CF. А если у нас есть симметрия еще и относительно преобразования с гамма 5 здесь, то сохраняется еще и вот такой ток. А мю А, который есть в си чертой F, ТА, гамма 5, гамма мю на пси F. Вот такой ток. Ток называется хиральный ток. Хиральный ток тоже сохраняется. Ну, значит, и это легко видеть. Симметрия Лагранжана, опять же, Лагранжан у нас обладал уже повышенной симметрией. Ну, эта симметрия идет по теореме Ньютона к сохранению вот этого тока. Дальше. Давайте посмотрим матричный элемент этого тока между нуклонными состояниями. Между нуклонными состояниями. Посмотрим вот так. Все нуклоны. А нуклон это протон. И пусть рассмотрим только эстетическую симметрию для простоты. Тогда все нуклоны это... Нуклон это протон или ядро. Так вот, у с чертой. Матричный элемент такой, посмотрим. Здесь N нуклон. От P'. Здесь А мю А от нуля на N от P. Ну, P' и P это импульсы нуклонов, естественно. Конечно, у них есть еще и спиновые, спиновые и заспиновые переменные, я их не пишу, подразумевая их, значит, и пишу это, что это есть у n от p'. Вообще говоря, n'. Вообще говоря, n'. p'. А здесь вот, значит, матричный, вот этот вот А мю А. Как я его должен написать? Ну, из каких-то, значит, его можно написать вот таким образом. Здесь. Вот если бы был просто векторный, здесь напишу ТА, потому что это его, значит, структура. Вот групповая структура, она очевидна, она диктуется вот этим оператором. Значит, а здесь стоят два члена. Вот первый член. Ну, давайте говорить, что если бы у нас была просто
Главное электродинамика. Как бы мы писали вот этот ток? Ток, ну, гамма 5 стоит. Ну, гамма 5, конечно, гамма 5 должно быть здесь тоже. И гамма 5 тоже напишем здесь. А здесь у нас было бы гамма ню на некое... На некий форм-фактор. Напишем его ГА от Q в квадрате. Форм-фактор от передачи импульса. Это выражение, это член, конечно, совершенно аналогичен. Ну, кроме вот этих вот факторов, множителей, которые очевидны, он аналогичен тому, что мы писали для электромагнитного тока. Да? Но только здесь... Ну, в электромагнитном токе у нас было два форм-фактора, да? И здесь тоже должно быть два форм-фактора. Один форм-фактор пишется в таком виде, а есть еще второй форм-фактор, который пишется вот в каком виде. Q мю H A от Q в квадрате. Здесь стоит конечно U, B, от P. Вот такое общее выражение для матричного элемента аксиального тока. Общее выражение. Вообще-то это понятно, что такие члены мы можем написать. Да? Такие члены мы можем написать. Просто исходя из лоренцовской вариантности. И из групповой вариантности. Структура групповая, она, повторяю, диктуется вот этим. Она диктуется групповой структурой этого оператора и не должна иметь такой вид, это будет очевидно, в общем-то. Что касается лоренцовской структуры, то, в общем, это не совсем очевидно. Не совсем очевидно, надо сказать. Но это доказывается, для доказательства нужно использовать еще и для доказательства, что это наиболее общий вид. Нужно использовать еще инвариантность относительно G-четность использовать. G-четность использовать. Ну, я не знаю, это может быть когда-нибудь на семинаре вы и докажете, хотя я не уверен. Сейчас у меня просто нет ни времени, ни желания это делать. Ну, так что вот примите на веру. Какие члены есть? И на самом деле можно еще дополнительный член написать, такой, который там как-то отвечает в структуре, близкой к квантовой электродинамике, но его наличие не влияет на дальнейшие выводы. А выводы дальнейшие вот такие. Давайте теперь в этом самом идеализированном мире возьмем дивергенцию этого тока. Дивергенция должна быть равна нулю. Что такое дивергенция? Дивергенция в импульсопространстве – это умножение на Q. Q – это передача импульса. Q – передача импульса, естественно. Q – это есть P' минус P. Да? Умножим вот на P' минус P. И что же мы получим? Вот, если бы здесь не было гамма 5, то здесь было бы... Этот член сам по себе был бездивергентным, да? Но наличие гамма 5 делает его дивергенцию отличного от нуля, и здесь и мы получаем, что мы получаем? Вот смотрите, почему он был вот этот член при умножении на Q давал 0, потому что мы P' действовали сюда. И давала нам массу P, действовали туда, и давала нам массу тоже. А теперь P' для того, чтобы подействовать, мы должны перетащить через гамма 5, и он изменит знак. И эта масса удвоится. И получим здесь, в этом члене,
опять забываем вот про ТА и гамма 5, мы получим от этого члена получим ЖА минус 2Эус. 2Эус. Считаем массу нуклонов одинаковыми. И статическую симметрию считаю, что она существует. Минус 2М на ЖА, да, от Q квадрат. И здесь плюс Q квадрат на А от Q квадрат. И что же мы получим? И что это должно быть? Получим равно нулю должно быть. И это означает, равно нулю, это означает, что HA, вот этот аксиальный форм-фактор от Q квадрат, он равен 2m ga от q квадрат делить на q квадрат. Ну и что же мы видим, что этот форм-фактор должен иметь полюс при q квадрат равно нулю. Да? Форм-фактор. Единица на q квадрат. Потому что ga от нуля не равно нулю. Это экспериментальный факт. На самом деле, ga от нуля, это есть 1, там 0,8. Почему? Это откуда известно экспериментально ga от нуля? Потому что этот аксиальный ток, это, он ответственен за распады, за распад нейтрона. Он определяет время жизни нейтрона. Поэтому это величина ga от нуля. Почему от нуля? Потому что здесь передача импульса очень маленькая. Когда у нас есть распад нейтрона, то импульс это ga, q квадрат это импульс нейтрона минус импульс протона в квадрате, это маленькая величина. Значит, мы имеем хорошо известное значение ga от нуля. И значит, мы видим, что есть у этого, у H, у форм-фактора H должен быть полюс при q квадрат равно нулю. А что означает существование полюса? Существование полюса означает существование безмассовой частицы. Только так, полюс, это есть особенность в амплитуде рассеяния. В амплитуде рассеяния какие особенности есть? Разрезы, которые связаны с многочастичными вкладами и полюса, которые связаны с одночастичными вкладами. Вот, значит, есть у нас безмассовые частицы. Так что это за безмассовые частицы? Мы видим, что этих безмассовых частиц должно быть много. Сколько? Если мы говорим статическую симметрию, у нас есть три тока, да? В каждом токе есть своя только безмассовые частицы. Вот это вот такая иллюстрация, простенькая теорема Голдстоуна. Ну, да. На таком языке матричных элементов. Так. Когда мы писали, мы уже предполагали правильную теорему. Да, конечно. Но то есть безмассовые уровни. А потом показали, что... Да. Какая масса? Масса чего равна? Масса кварков равна нулю. Мы предполагали, что масса кварков равна нулю. В гамильтониане, в лагранжане масса кварков нулевые. Да? Вот что мы предполагали. А дальше видим, что значит, смотрим на матричный элемент. Матричный элемент должен быть бездивергентным. Из того, что матричный элемент бездивергентный, мы видим, что вот этот вот этот форм-фактор имеет полюс при q квадрат равно нулю. А наличие полюса однозначно говорит о том, что есть безмассовые частицы. Да? И квантовые числа этой частицы это вот квантовые числа изовекторного изовектора. То есть квантовые частицы должны быть, вернее, безмассовые частицы должны быть изотопическим вектором. Да? Безмассовая частица должна быть историческим вектором. То есть чем? Ну, пенезоном она может быть только. Что взаимодействует с нуклоном? Пенезон взаимодействует с нуклоном. И он должен быть безмассовым. Вот что мы получили. Ежели
бы у нас массы кварка были равны нулю, то пи мизон был бы без массы. Вот что мы только что показали. Можем просто. А вот есть какое-то ограничение вот из теоремы Голдстона на статистику вот этих частиц, которые, ну, голдстоновские? Ну, естественно, из общего, ну, понимаете, это же зависит от того, какая симметрия нарушается. Нет. Они могут быть фермионными, если соответствующая симметрия, это, ну, она есть все-таки у нас суперсимметрии, да, в которых есть фермионные операторы. Да? В принципе, такого ограничения нет. Что значит есть у нас суперсимметрия? Теория. Теорема Голдстона, она тоже в теории только работает, потому что в реальном мире нет у нас, я уже говорил, есть только псевдо-Голдстон. Ладно, еще раз. Ну ладно, все тогда.